Сильные морозы в начале весны не дают расслабиться коммунальным службам. Их работу внимательно проверяют сотрудники административной комиссии. Сегодня осмотрели дворовые территории по улицам Ворошилова, 111, а также соседние дома по Советской. Тут большой гололед, идет обработка песком, чтобы обеспечить безопасность прохода по данной территории. Как видно, что работа кипит, песка не жалеем. Вот. Все засыпали качественно, в данном дворе, значит, работа проведена. Тем не менее, все еще остаются не до конца расчищенные парковочные места. Присутствует и колейность на дорогах, и обледенелые тротуары, и не до конца расчищенные подходы к подъездам. Напомню, в Серпухове продолжает действовать оперативный штаб по зимнему содержанию территорий. Телефон для сообщений в мессенджере WhatsApp вы сейчас видите на экране.